репродукция животных – это когда необходимо восстановить вид или популяцию животных, которые обитали в данном ареале и с течением времени или исчезли, или сократились в численности. Необходимо восстановить данный вид до той популяции, которая может существовать. Кавказский леопард или персидский леопард является подвидом леопарда, обитающим в Центральном и Юго-Западной Азии. В настоящее время включен в Красный список Международного союза охраны природы как исчезающий вид. Его ареал значительно сократился и раздроблен на несколько изолированных малых популяций. Кавказский леопард считается крупнейшим из всех подвидов леопарда. Высота в холке от 50 до 80 сантиметров. Вес у самцов может достигать 90 килограмм, у самок 60 килограмм. Кавказский леопард – очень территориальное животное. Как самки, так и самцы патрулируют свои угодья, используют различные методы маркировки, чтобы общаться друг с другом, находить пару, устанавливают свои территориальные границы. Сегодня леопарды являются одними из самых редких видов в Кавказе. В Азербайджане выживают только небольшие уязвимые популяции. Более 20 лет программа ВВФ по сохранению леопардов включает мониторинг их популяции при помощи фотоловушек. Создание новых охраняемых территорий – это приоритетное направление, которое необходимо для того, чтобы ключевые места обитания леопардов и их добычи, продвижение коридоров для их миграции были восстановлены. Мониторинг, проведенный с 2018 года по 2024, показал, что в Азербайджане обнаруживается два репродуктивных ядра. Один из них в Зенгизуре, второй в Талышских горах. И всего было обнаружено 28 особей, 17 взрослых и 11 детенышей. Популяция леопардов в регионе по-прежнему слишком мала, раздроблена и уязвима. Восстановление жизнеспособных популяций – это актуальная проблема, которая решается сейчас в нашей стране. Целевая область – Гирканский национальный парк, Талышские горы на юго-востоке Азербайджана. Фото и видеоматериалы от фотоловушек ВВФ доказали, что воспроизводство леопардов происходит. За последние 10 лет были собраны сотни фото и видео леопардов, 115 фотоловушек, которые расставлены и задействованы в проекте, показывают, что данная популяция восстанавливается. Леопарды продолжают жить в стране, и они появляются все чаще и чаще на этих фотографиях. Эта программа, которая проводится в стране, необходима для того, чтобы информировать также население о важности охраны данных редких животных. Люди, которые живут рядом с этими животными, прекрасными животными, должны знать, что их необходимо защищать, что это не враги, это те животные, которые принесут красоту экосистемам данного региона, реликтовым лесам и Гирканскому национальному парку.